Мечай. Так, ну что, мы здесь, короче, скрозим будем тусоваться. Вот так вот, отлично. О, щас, сейчас, кажется, я перелечу, да, куда-нибудь. Щас, так разима нет нигде рядышком, что меня... О, да я выжил, ничего себе. Блин, это опасно, саны тут слипы попадать. Так, надо, короче, себя, себе минку поднять. Почти пришло. Ой, это минус БВ. Так, ну как типа вы там забирать, да, мы здесь. Так, я забираю, сейчас фалстат не прилетит. Отлично, и справились. Ой-ой-ой. Я должна отступить. Так, а у меня сейчас фонтанчик будет. Пока справляемся, что у нас по урону. Урон мало. Есть 7000. О, взял, попил. Мы готов. Блин, да, как за справляются хилы-то у них хорошо. Ладно, только не ной. Поступил новый талант. Блин, вообще до горош не наношу ничего. Так, увеличит урон и радиус действия. Капкана. Скоро алтари поднимутся. Готовьтесь, их нужно захватить как можно быстрее. Ох, щит, а. Я одобряю. Блин, ребят, ну прикрыли бы лучше меня. Да.
А вот это зоним, да? Вроде пока получается. И хорошо. О, oh, yes. 50 уже настакали, нормально вообще идем. Кто был для меня? Бах, 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 урон уже больше, все хорошо. Чтобы я так и ни разу не сыграл. А на фарлл, что вы... Да не стрёмный, сильный. Видишь, нормально же получается. Я же здесь напрягаю. Ладно бы не напрягал. О, блин, на БВ можно постакать. Так, о, 52 крысана, погнали. То, что надо. Так, БВ улетел. Я здесь экспу нам соберу. Все есть, хорошо. И на мид сокать, 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 сокать. Сок, 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 сок. Так, все нормально. И далее, короче, пошли теперь команде подтянемся, поскольку мы здесь на соколе. Лучше бы торопиться. Ага, давай, подойди-ка. Ой, крайне неудачно немножечко прошелся, но я пытаюсь вернуться, короче, здесь быстренько помочь команде. Займите эти алтари. Попробуйте меня. Мне интересно, он точно мастер? Что это за файт против Сони, непонятный? Ну блин, Святой Пироэл, ты меня расстраиваешь. Так, все, здесь сокнули на топчик сок. Там он фолста, так, 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 образ красавчика дальше возьмем, как эскейп себе. О, щит, кого-то потеряли. Так, смотрите, у нас уже почти 2000, грубо говоря, урона. Что-то булдан, короче, загулял. Все, здесь тоже взяли. Что-то ребята зачем-то отдались, непонятно, это плохо. О, экспа. Раз. Слушайте, они нам сейчас там все снесут пизду. Это ж плохо. Я вот лично только не надамажу. Наша башня. Нам теперь деф надо идти. Прикольненько. И вновь алтари восстают из глубин. Блин, что-то я неудачно кинул. Так вот, отлично, и забрали мы, короче. Так, все, два этих надо быстренько снести. Пахнет
Сбивай теперь сюда. Так, поиграем так. Отлично, давайте задефим. Но война еще не закончена. Это же трешечка, ребят, надо задефить. Колд Айген, здорово. Так, два зашли, хорошо. Растет. О, да! Все, хорошо. Герой Нексуса! Кажется, это мой, ребят. На красавчика какой билд норм сейчас. Вот такой вот билд, короче, самый нормальный. Здорово, ребят. А то, что я сейчас минка откинул, короче, я не красав, что ли? Так, там фастат пытается. О, блин, ты давай живи. Блин. Я как успел, дружище. Приготовьтесь, герои. Ну, я, благо, жив. Сейчас прокатимся! И погнали сюда, здесь только взять и победить. Красота, ребят. Это было круто. Этот мир восстал. Погодите, а как мы еще не выиграли? Че еще не прилетело, чем фигня? А, вот, все, Джоанна. Все, Сонька сделала. Не успела я долететь. Ну все, окей, короче. 8-0, красавчик Лига. Вообще, ребят, такое бывает? Бывает только на нашем канале. Я немножечко в шоке, конечно. Лучший игрок. Да, 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 да. Вот, че лайко заслужил. Вообще круто, да? Сам себя не лайкнешь, никто не лайкнет. Так, давайте я вам расскажу, почему, что и какие таланты я взял. Так, ну, короче, здесь у нас карта башни Рока, да, здесь у нас что происходит? Здесь мы захватываем, короче, башни, которые ведут огонь, правильно, да? И вот для зоны гранатомет, короче, граната существует на 2 секунды дольше. То есть, да, если я не попадаю во вражеских героев, да, по крайней мере, в случае следующей атаки гранатка будет дольше лежать, и если что, ну, скажем так, контролировать передвижение противников гораздо проще. То есть, накидал гранат, да, с одной стороны лежат, с другой нет. То есть, для отступления, маневров у врагов, конечно, меньше. Либо собирать гранату, да, либо уходить в неудобную сторону. Здесь, естественно, урон с гранатомета, потому что урона у красавчика самого по себе очень мало. Ну, по крайней мере, он не так чувствуется, да, и мы поднимаем здесь урон. Здесь я решил, короче, радиус капкана увеличить, потому что капкан... У него очень эффективная способность, да, но попадаются в нее гораздо очень редко люди, поэтому, чтобы повысить шанс попадания врага в капкан, я взял этот талант. Здесь, естественно, это как эскейп и урон, чтобы, если что, нашу ульту ту не сфокусили, и я мог в 100% случаев выживать, я взял именно эту ульту. Мы видели, да, здесь вот, по-моему, один раз я всего лишь не убил, когда там БВ от меня ушел, и все, да, то есть каждый раз она себя... показывал. Как раз очень отлично вот в ванну прям залетал и не парился. Здесь это для повышения мобильности и эскейпа, чтобы если можно было уходить. То есть это при взрыве, как я подорвался, короче, на гранате, да, я дальше отлетаю. И если только я на ней подорвался, то время восстановления 12 секунд, да. То есть, ну, в 100% случаях это
Но в этой игре я мог спокойно уходить от врагов. Так, и здесь в рассыпную. Здесь же все же та же зона. То есть больше покрытия площади. Враги начинают бегать, бежать. Но, к сожалению, показать эффективность плант, ребят, я не смог. Потому что игра вот до, скажем так, не затянулась настолько, насколько бы могла. Вот, ну и пик у нас на самом деле здесь смотрелся вроде и посильнее, но Макс Гуевар, ребята из TTRL, я очень часто попадаю с этими ребятами в лигу, они очень сильные игроки и сильный горош, да, мы знаем, может что-то много перевернуть, но здесь нам, конечно, повезло, мы их переиграли. Переиграли. Вот такая вот у нас игра, да, и это будет додолго. Так, отправимся дальше. Третья алмазная лига. Что ж такое у нас сегодня творится? На утре победа, на красавчике победа. Нехорошая игра на Аларакке, да.